Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую на канале, всех рад видеть. Привет, Варилянка, привет, Джипом, привет, Буба. Всем здрасте, ребята. Сегодня мы будем продолжать читать книжку Resident Evil «Заговор Амбрелла». Ребята, будем продолжать. У нас впереди 15 глава, и, соответственно, будем дальше познавать тайну раскрытия дальнейших событий отряда Альфы, группы Старс, точнее, группы Альфа, отряда Старс, которые попали в невольно в ловушку, так сказать, заготовленную нашим, одним из их, так сказать, сослуживцев, правильно будет сказать. А кто он, узнаем дальше. Поехали, ребята, не будем тянуть, погнали. Глава 15. Барри не возвращался слишком долго. Джилл понятия не имела, насколько обширными были туннели, но те, что она видела, выглядели совершенно одинаково. Барри мог заблудиться, пытаясь найти дорогу назад, или он мог обнаружить убийцу и, оказавшись без всякой поддержки, быть может, он вообще больше не вернется. В любом случае, сидя здесь, она ничего не сможет изменить. Валентайн поднялась, бросив последний взгляд на бледное лицо мертвого члена Браво и тихо пожелала ему мира, прежде чем уйти. За каждую информацию, за какую же информацию его убили? Кто это сделал? Энрико только успел сообщить, что предатель он, но это вовсе не сужало круг подозреваемых, за исключением самой Джилл и новичка. Ракунский отряд Старс полностью состоял из мужчин. Она могла исключить Криса, так как он с самого начала был убежден в том, что творится что-то неладное. И теперь Барри. Он был с ней, когда погиб Марини. Брэд Виккерс попросту не относился к типу людей, способных пойти на что-то опасное. Джозеф и Кеннет были мертвы, а значит, оставались Ричард Айкен, Форест Спейер и Альберт Уэскер. Казалось маловероятным, что это мог сделать кто-то из них, но Джилл должна была, по крайней мере, рассмотреть такую возможность. Энрико был мертв, и она больше не сомневалась в том, что человек Амбреллы был одним из Старс. Добравшись до двери, она быстро наклонилась и затянула шнурки на влажных ботинках, пытаясь приготовиться. Кто бы ни стрелял в члена Браво, он мог запросто покончить с ней и Барри. Но не сделал этого. И Джилл могла только предположить, что он не хотел убивать кого-либо еще, и теперь не станет искать новые мишени. Вероятно, он все же еще в подземных тоннелях, и Валентайн должна действовать настолько тихо, насколько это возможно. Если она намеревается найти его, тоннели были идеальными проводниками звука. Они усиливали даже малейший шорох. Девушка осторожно открыла металлическую дверь, прислушиваясь, и шагнула в тускло освещенный туннель, держась ближе к стене. Коридор спереди утопал в полумраке. Она решила вернуться назад, тем же путем, который пришла сюда. Темнота великолепно подходила для засады, а она не хотела выяснить, что была не права насчет намерения убийцы, нарвавшись на пулю. Низкий скрежущий грохот эхом отразился от массивных каменных стен, как будто нечто огромное сдвинулось с места. Джилл инстинктивно воспользовалась звуком, как прикрытием, сделав несколько шагов вперед и достигнув следующей металлической двери в тот момент, когда грохот стих. Она скользнула в туннель, где недавно столкнулась с Барри, аккуратно закрыв за собой дверь. Что, черт возьми, это было? Звучало так, словно целая стена двигалась. Она вздрогнула, вспомнив опускающийся потолок той комнаты в доме. Возможно, туннели тоже были оборудованы подобным образом. Джилл должна была следить за каждым своим шагом. Мысль о том, что она может оказаться раздавленной насмерть каким-нибудь причудливым механизмом в подземелье. Вроде того, что возле дыры с шестиугольным отверстием. Она медленно покачала головой, решив, что снова должна проверить ту дверь, до которой не могла добраться раньше. Возможно, убийца раздобыл необходимое приспособление, и шум, который она слышала, произвел он, когда воспользовался ими. Она могла ошибаться, но ничего дурного в проверке не было. По крайней мере, я не потеряюсь.
Она подошла к двери, которая должна была вывести ее назад, и остановилась. Увидев странный звук, донесшийся из тоннеля позади нее, ржавая труба, может, какая-то птица? Звук был громким, независимо от того, что являлось его источником. Тук, тук, тук. Этот звук был ей знаком. Шаги, и они приближались к ней. Это мог быть Барри или кто-то похожей комплекции. Они были тяжелыми, медленными, но слишком редкими. Осторожными. «Выбирайся отсюда, сейчас же!» Джилл схватил за металлическую ручку двери и бросил в следующий тоннель. Больше не беспокоясь о том, сколько шума создаст. Инстинкты никогда не обманывали ее. Хотя она порой, наверное, осталкивала их. И сейчас они говорили, что лучше бы ей не встречаться с тем, кто или что издавал этот звук. Она побежала вниз по каменному коридору, отдаляясь от лестницы, ведущей назад во внутренний двор. Затем заставила себя замедлить бег и глубоко вздохнула. Так или иначе, она не могла все время бежать вперед. Там были и другие опасности, помимо той, что оставалась позади. Дверь за ее спиной открылась, Джилл обернулась, держа наготове Беретту, и в ужасе уставилась на существо, стоявшее там. Оно было огромным, телосложением напоминало человека, но на этом сходство заканчивалось. Обнаженное, но бесполое, его мускулистое тело покрывало чешуйчатая темная зеленая кожа, как у земноводных. Оно сгорбилось так, что его невероятно длинные руки почти касались пола. На концах пальцев, ног и рук выступали толстые мощные когти. Крошечные, белесые глазки выглядывали из плоского черепа рептилии. Тварь направила свой странный пристальный взгляд в ее сторону, распахнула огромную пасть и издала кошмарный пронзительный визг. Вопль эхом разнесся вокруг, приведя девушку в ужас. Ничего подобного она не слышала раньше. Уже выпустила три пули в грудь монстра, тем самым отбросив его назад. Он пошатнулся и рухнул напротив стены туннеля. Затем с очередным жутким воплем подпрыгнул, отталкиваясь от камней мощными ногами, изогнув щепки и когти. Валентайн стрелял снова и снова, пока существо летело на нее. Пули разрывали его смоченную плоть, ленты темной крови врывались в воздух. Тварь приземлилась, припав к земле. Всего в паре метров от нее с воплем занесла массивную руку, пытаясь ударить Джилл по ногам. Мерзкий мускусный животный запах волной захлестнул девушку, запах наводнящий на мысли о темных местах и беспощадной ярости. «Господи, почему оно не умирает?» Джилл нацелила Беретту на его голову и разрядила магазин. Даже когда полоска зеленой кожи отлетела в сторону и кости черепа разлетелись в дребезги, она продолжала стрелять. Горячий металл рвал на части мясистый розоватый мозг существа. Щелчок, щелчок, щелчок. Патронов больше не осталось. Она опустила оружие, дрожа всем телом. Все было кончено. Существо упало замертво, но для этого потребовалось почти полный магазин 15 9-миллиметровых патронов. Последние 7 или 8 с близкого расстояния. Все еще смотря на лежавшего монстра, она извлекла пустой магазин и вставила новый. Прежде чем убрать Беретту, затем потянулась назад и достала ремингтон. Почувствовала себя несколько увереннее с мощным тяжелым дробовиком в руках. «Над чем, черт возьми, вы, ребята, здесь работали?» Выходит, ученые Амбрелла изобрели нечто большее, чем просто вирус. Нечто столь же опасное, но с когтями. И их могло быть больше. Ее никогда еще не посещала более ужасная мысль. Прижав к себе дробовик, она развернулась и побежала. Крис и Ребекка шли по длинному деревянному коридору, при каждом шаге опасливо поглядывая наверх. Там было что-то похожее на засохший погибший плющ, пробивавшийся из трещин и щелей на стыке стен и потолка, красочно разрушившийся поверх досок, словно грибовидный нарост. Оно не выглядело опасным, но после тех документов, касающихся растения 42, что зачитывал ему Ребекка, Крис был готов действовать быстро. Просмотрев остальные бумаги из чемодана, Ребекка обнаружил доклад о некотором гербициде, который, по-видимому, можно было приготовить в зоне 42. Он назывался Вайджольд. Девушка взяла доклад с собой, хотя Крис сомневался в том, что он пригодится. Все, чего хотел Редфилд, это найти выход
И если им удастся избежать встречи с растением, убийцы будет только лучше. В прихожей Крис не заметил частей растения, тем не менее он не решался утверждать, что там было безопасно. Помимо двух спален, он нашел комнату отдыха с определенно жутковатой обстановкой. Стоило Крису только заглянуть внутрь, как он в тот же момент ощутил странное желание уйти. Хотя он не знал почему, здесь не было никакой видимой опасности, только бар и пара столов. Несмотря на показавшуюся спокойную обстановку, он быстро закрыл дверь, и они с Ребеккой направились дальше. Его инстинктивные чувства были достаточной причиной для того, чтобы покинуть комнату. Они становились перед единственной дверью в длинном извилистом пространстве коридора. Оба все еще нервно косились на плющ, растянувшийся под потолком. Крис надавил на ручку, и дверь распахнулась. Из затененной комнаты хлынул теплый влажный воздух, плотный и жаркий, но с неприятным оттенком, как будто воняли испорченные фрукты. Крис машинально отодвинул Ребекку назад, как только увидел стены комнаты. Их полностью покрывало то же странное растение, что и в коридоре, но здесь плющ сильно разросся и имел неприятный зеленый цвет. Из глубины комнаты слышалось слабое шипение, два различимые признаки движения, и Крис понял, что они исходили от самого тошнотворного растения. Причудливый оптический обман заставлял стены беспокойно дрожать, когда морщинистые усики извивались и вытягивались. Ребекка попыталась пройти мимо Криса, но он оттащил ее обратно. «Ты что, с ума сошла?» «Мне показалось, ты сказала, что это шутка, что эта штука сосет кровь». Она покачала головой, глядя на шевелящиеся стены. «Это не растение 42. По крайней мере, не та его часть, что описана в докладе. Растение 42 должно быть намного большего размера и более подвижным. Я не особенно хорошо разбираюсь в фотобиологии, но согласно этим записям, мы должны искать покрытосеменное растение с подвижной листвой». Она нервно улыбнулась. «Извини, представь себе огромное растение в форме луковицы с разлеющимися вокруг щупальцами, 6 метров длиной». Крис состроил гримасу. «Здорово. Спасибо, что позволил моим мозгам не напрягаться». Они осторожно прошли к огромному комнату, стараясь не слишком близко подходить к шипящим стенам, кроме той двери, через которую они вошли. Были еще три, одна прямо напротив входа, две другие слева, друг напротив друга. Крис двинулся к той, что была напротив входа, полагая, что этот путь с большей вероятностью выведет их из помещения. Дверь оказалась незапертой, и Крис собирался открыть ее. Как вдруг дверь с грохотом захлопнулась, заставив их обоев отскочить назад и потянуть оружие. Затем последовал ряд тяжелых ударов, словно кто-то бился о стену. Звуки доносились отовсюду, то выше, то ниже, крепкой дверной рамы, отдаваясь в каждом углу заблокированной комнаты. «Ты говорил о множестве щупальцев?» – спросил Крис. Ребекка кивнул. «Думаю, мы только что нашли растение 42. С минуту они прислушивались. Крис думал о том, какой силой и весом должно обладать это существо, чтобы так захлопнуть дверь. Без шуток, большего размера и более подвижное. И, возможно, блокирует единственный выход из этого места. Замечательно». Они отошли назад, поворачиваясь лицом к открытому пространству, и посмотрели на другие двери. Та, что была справа, имела номер 002 сверху. Крис выводил ключи, которые недавно нашел. Посмотрел их и обнаружил один из подходящих номеров. Он открыл дверь и шагнул внутрь. Ребекка шла позади него. Совсем крошечная дверь слева вела в пыльную тихую ванну. Сама комната оказалась очередной спальней. Кровать, стол, пара полок. Ничего интересного. За дальней стеной снова раздавались приглушенные удары. Крис и Ребекка быстро переместились назад во влажную, шипящую комнату. Крис пытался побороть растущую уверенность в том, что им придется разбираться с этим растением, если они хотят выбраться отсюда. «Совсем не обязательно. По-прежнему может быть другой путь». Но до сих пор он так и не читал. От шаркающих зомби, тающихся в недрах главного дома,
до внутреннего двора со змеями, падающими с деревьев. Каждая часть поместья Спенсера, казалось, была создана для того, чтобы не дать им выбраться. Крис отогнал плохие мысли, когда они с Ребеккой приблизились к последней двери в затемненной комнате. Но всякая надежда покинула их, стоило ему увидеть маленькую зеленую панель рядом с рамой. Редфилд повернул ручку, но безрезультатно. Снова тупик. Кодовый замок, сообщил Крис. Вздохнув, мы не сможем войти без кода. Ребекка нахмурилась, посмотрев вниз на крошечные красные лампочки, расположенные над кнопками с цифрами. Мы можем просто перебирать числа, пока не найдем нужную комбинацию. Крис покачал головой. Знаешь, чему равны наши шансы? Если ходить вокруг да около... Он остановился, глядя на нее, затем извлек связку ключей из кармана. «Попробуй 3, 4, 5», — сказал он, нетерпеливо наблюдая за тем, как Ребекка покорно набирает числа. «Ну же, мистер Безымянный, не подведите на нас в этот раз». Красные огоньки вспыхнули, затем начали гаснуть один за другим, когда последний из них погас. От двери раздался щелчок. Крис усмехнулся, распахнул дверь и почувствовал, как разбиваются его ожидания. Взору предстала крошечная комната, пыльные полки, заставленные небольшими стеклянными бутылочками, грязная проржавевшая раковина. Выхода, которого он ожидал, не оказалось. Нет, это было бы слишком просто, бог бы знает, справимся ли мы. Ребекка быстро подошла к одной из полок и посмотрела на стеклянные пузырьки, бормоча себе под нос. Гиосциамин, андигридин, диодрин. Она обернулась на него, широко улыбаясь. Крис, мы можем убить растения? Тут В-джойд, яд против растений. Я могу приготовить его здесь. Если мы сможем добраться до подвала, найти корень растения. Крис улыбнулся ей в ответ. Тогда мы сможем уничтожить эту чертову штуковину. Вместо того, чтобы сражаться с ней. Ребекка, ты великолепна. Сколько времени тебе понадобится? 10-15 минут. Они у тебя есть. Будь здесь, я вернусь, как только смогу. Ребекка уже доставала из полки бутылочки, когда Крис запер за собой дверь и побежал назад в коридор. Мимо шипящих стен, покрытых зеленоватыми тенями. Они собирались удалить это место, и как только они выберутся отсюда, дни Амбреллы будут сочтены. Барри стоял на остывшем телом Энрика, сжимая в одной руке карту Вескера. К моменту его возвращения Джилл уже ушла. Ему стоило бы начинать искать ее, но он не мог сдвинуться с места. Не мог даже отвести взгляд от трупа убитого друга. «Это моя вина! Если бы я не помог Вескеру выбраться из дома, ты сейчас бы был жив!» Барри со скорбью смотрел на лицо Энрика, его переполняло чувство вины и позора, и он не знал, что теперь делать. Он понимал, что должен был найти Джилл, держась ее подальше от Вескера, уберечь свою семью. Тем не менее, он все еще не мог заставить себя уйти. Больше всего на свете ему хотелось иметь возможность объясниться перед Энрико, дать ему понять, как на самом деле обстояли дела. «Он захватил Кейти и малышек, Рико. Что я еще мог сделать? Что еще, кроме как подчиниться его приказам?» Бравит смотрел на него остекленевшими невидящими глазами. Ни упрека, ни прощения, вообще ничего. Навсегда. Даже если Барри продолжит помогать капитану, и все пройдет так, как и предполагалось, Рико Марини по-прежнему будет мертв, и Барри не представлял, как он сможет продолжить жить с осознанием того, что ответственен за это. Грохот выстрелов эхом разнесся по тоннелям. Много выстрелов. «Джо!» Барри повернул голову и непроизвольно потянулся за оружие. Звуки побудили его к действию, и внезапно он почувствовал острый приступ злобы. Могло быть лишь одно объяснение – Вескер нашел Джилл. Барри развернулся и просился бежать, злясь на себя за то, что поверил в ложь капитана. Ему стало не по себе от мысли, что еще один член стая смог попасть от предательской руки Вескера. Дверь перед ним с грохотом распахнулась, и Барри застыл как вкопанный. Все мысли о Вескере, Джилл и Энрико испарились, как только он увидел представшее перед ним существо.
Его сознание никак не могло воспринять то, что он видел. Ошеломленный взгляд улавливал обрывки информации, не имевшего смысла. Зеленая кожа, пронизывающие оранжевые белые глаза, когти. Оно издало жуткий визгливый вопль, и Барри отбросил раздумья. Он спустил курок, и крик превратился в удушливый хрип. Мощная пуля разорвала горло твари и отбросила ее назад. Существо дико дергало конечностями. Кровь листала из дымящейся раны. Барри услышал громкий треск, как будто ломались кости, и увидел, как новые потоки красной жидкости потекли с ламп монстра, когда он длинными толстыми когтями впился в камень. Барри в изумлении наблюдал за тем, как существо продолжало яростно биться в судорогах, выпуская хриплые звуки через рваное отверстие в горле, будто все еще пытаясь кричать. Выстрел должен был снести его голову, шею, но прошла еще целая минута, прежде чем оно издохло. Бешеные рывки постепенно утихали, а кровь продолжала вытекать с невероятной скоростью. Наконец тварь перестала двигаться, и по темной, омерзительной луже, образовавшейся вокруг тела, Барри понял, что существо истекло кровью, оставаясь в сознании до самого так конца. «Что я только что убил? Что за...» Из наружного туннеля, разрывая спертый воздух, донесся другой вопль. К нему присоединился второй, затем третий. Звериные крики нарастали. Яростные, противоестественные крики существ, которые не должно существовать. Барри запустил дрожащую руку в набедренный подсумок и вынул оттуда патроны для кольта, моля Бога, чтобы те выстрелы, которые он слышал раньше, не были последними для Джилл. Конец 15 главы. Вот такая вот, товарищи, глава, как вы видите. К сожалению, Дрико не смог смириться, точнее, Барри не смог смириться с тем, что его товарищ погиб, и, возможно, он имел отношение к этому, но, как вы видите, увы, не все так просто. И Барри все-таки придется следовать указаниям Вескера, как бы он ни хотел. Вот такая вот глава, товарищи, как вы видите, товарищ Крис и Ребекка добрались до маленькой казармы недалеко от особняка, практически рядом, я бы сказал, там буквально метров 20-30. И Барри и Джилл добрались прям таки рядом с этой казармой, практически в метрах, наверное, 20, до внутренних, так сказать, канализаций под особняком. Ну, примерно образно говоря, можно так сказать. Так что такие дела. Ну, в общем, давайте, наверное, продолжать. Следующая у нас идет глава, 16. Погнали, ребят. Глава 16. Наверное, когда кто-то это было пауком, если только бывают пауки размером с крупный рогатый скот. Судя по толстому слою белой паутины, покрывавшей комнату от пола до потолка, это не могло быть ничем иным. Джилл бросил взгляд на согнутые щетинистые ноги отвратительной твари, чувствуя, как по спине забегали мурашки. Тварь, напавшая на нее у входа во внутренний двор, была ужасной, но настолько странной, что Джилл не могла определить, на кого она похожа. С другой стороны, пауки. Она их и так терпеть не могла. Ненавидел их темные суетливые тельца и быстро скользящие лапки. Это чудовище казалось праматерью всех пауков, и даже будучи мертвым, оно ее пугало. Убит недавно, хотя... Она заставила себя посмотреть на монстра, на глянцевидные лужи зеленоватой сукровицы, вытекающие из дыр, проделанных в его круглом мохнатом теле. В него стреляли несколько раз, и судя по нездоровой слизи, сочившийся из ее ран. Оно еще было живо и ползло минут 20 назад, быть может меньше. По крайней мере, теперь она знала, что идет верной дорогой и следует по пятам за человеком, приведшим в действие механизм туннеля. Ловкий трюк. Когда Джилл дошла до места, где была дыра, она решила, что, наверное, в конце концов заблудилась.
Зияющая пропасть исчезла. На ее месте располагалась дорожка из гладкого камня. Взглянув наверх, она заметила неровные края ямы, повисшие над головой. Центральная секция тоннеля была полностью перевернута с помощью какого-то чуда техники. Ее прокрутили словно гигантское колесо. Дверь привела девушку в очередной прямой пустынный тоннель. В одном конце стоял гигантский валун, в другом находилась комната, которую она сейчас покидала. Джил взялась за ручку одной из дверей, толкнула створку и очутилась в еще одном мрачном проходе. Она прислонилась к двери, глубоко дыша, и попыталась подавить в себе желание начать остервенело вычищать одежду. Я могу смести всех зомби и монстров на своем пути, лучше из них, но покажите мне паука, я потеряю голову. Короткий пустой туннель вел к двум дверям, расположенным по обе стороны от Джил. Но дверь слева была в той же стене, что и та, из которой Валентайн только что вышел, и вела назад к внутреннему двору. Девушка выбрала ту, что справа, надеясь, что чувство направления ее не подводит. Металлическая дверь со скрипом открылась, и она вошла. Мгновенно почувствовав изменения в воздухе, тоннель перед ней разветвлялся, справа теснились густые тени, там каменные стены образовывали другой коридор. Но слева находилась небольшая шахта подъемника, похожая на ту, которую она обнаружила во внутреннем дворе. Теплый приятный ветерок пробивался сверху и обдувал ее. Свежий воздух казался забытым сном. Джо усмехнулась и направилась к шахте. Платформа лифта была наверху. Вполне вероятно, что она все еще идет по следу убийцы Энрико. Но может и нет. Может, он пошел другим путем, и ты вскоре потеряешь его? Джилл колебалась, задумчиво глядя на маленькую шахту, затем со вздохом развернулась. Она, по крайней мере, должна была проверить. Девушка вошла в каменный коридор, простирающийся далеко вперед. Температура тут же понизилась до уже привычного неприятного холода. Справа тоннеля тянулся на несколько метров и заканчивался тупиком. 30 метров слева путь преграждал массивный валун, вроде того, что она видела раньше. И что-то крошечное лежало перед ним, что-то синее. Хмурясь, Джо направилась к гигантскому камню, пытаясь распознать синий предмет. На середине пути полутемный туннель ответвлялся влево, и она узнала металлическую пластину рядом с проходом. Такая же управляла положением дыры. Она шагнула в маленькое ответвление, рассматривая потертые камни у входа. Справа от нее располагалась небольшая дверь. И Джилл поняла, что и проход, и комната могут быть скрыты с помощью механизма. Стена повернется и закроет вход. Черт побери, должно быть, у них ушли годы на то, чтобы создать все это. Подумать только, а я восхищался особняком. Она открыла дверь и заглянула внутрь. За дверью оказалась квадратная комната средних размеров, сделанная из грубого камня. Единственное украшение – статуя птицы на пьедестале. Другого выхода не было. И Джилл почувствовала неожиданное облегчение. Лабиринт наконец закончился. Она могла покинуть подземные тоннели. Убийца, должно быть, ушел уже отсюда. Улыбнувшись, она вышла обратно в коридор и направилась к огромному камню, по-прежнему желая рассмотреть синий предмет. Подойдя ближе, Джилл увидела, что это была книга в синем кожаном переплете. Кто-то небрежно бросил ее на каменный пол. Она была открыта и лежала страницами вниз. Валентайн закинул за спину Ремингтон и присела, чтобы поднять ее. Это была книга-футляр. Отец рассказывал ей о них, хотя она сама никогда не видела ничего подобного. Под обложкой в страницах была вырезана секция, где могли храниться различные ценности. Хотя это была пуста. Джу захлопнула книгу, пробежав глазами золотые буквы названия «Орел Востока», «Волк Запада». Двинулась назад к подъемнику. Щелчок. Прозвучало не как в большинстве триллеров, но довольно похоже. Джилл застыла, когда камень под ее левой ногой едва ощутимо запал. И в тот же момент поняла, что весь тоннель слегка наклонился от того места, где она стояла. О нет. Позади нее раздался низкий грохочущий скрежет камней. Бросив книгу, Джилл со всех ног кинулась в укрытие. Грохот становился сильнее, катившийся волн набирал скорость. До темнеющего впереди прохода, казалось, оставались километры.
Не смогу, погибну. И Джилл буквально чувствовал, как тонны камня летят на нее. Она ужасно хотела оглянуться, но понимала, что от смерти ее отделяли какие-то доли секунды. Отчаянный последний бросок, и она влетела в укрытие, рухнув на пол, подтягивая ноги, в то время как огромный камень пронесся всего в нескольких сантиметров от нее. Она лишь успела сделать очередной судорожный вздох, когда булыжник врезался в стену. В конце тоннеля, с пробирающей до костей оглушительным треском, потрясший подземный проход. С минуты Джо не могла сделать ничего иного, кроме как лежать на полу и сдерживать тошноту. Немного успокоившись, она медленно встала на ноги и отряхнулась. Ладони были ободраны, оба колена разбиты после падения, но учитывая тот факт, что ее чуть было не раздавил гигантский камень, она решила, что определенно сделала правильный выбор. Джилл взяла в руки Ремингтон и направилась к шахте подъемника. Горе желанием выбраться из подземных тоннелей, скрестив пальцы на удачу, в надежде, что куда бы она ни вышла, там не будет так холодно и не будет пауков. Подвал был затоплен. Отлично. Крис стоял перед коротким спуском, ведущим к дверям подвала, и разглядывал отражение собственного хмурого лица в пенистой воде. Она выглядела холодной и глубокой. Оставив Ребекку, он двинулся дальше по коридору и в конце него нашел комнату 003. Лестница на подвальный уровень была предусмотрительно скрыта за книжным шкафом и аккуратно убранным в спальне. Крис спустился в холодный бетонный коридор с гудящими флуоресцентными лампами на потолке. Удручающая перемена после простого дерева и незамысловатого стиля домика наверху. По крайней мере, я нашел подвал. В конце концов, убийство растения 42 представлялось единственной возможностью спастись. Крис не видел другого выхода из домика, а это значило, что он мог быть только в комнате с растением. Или же здесь вообще не было черного хода. Мысль об этом не давала ему покоя. Подобное оказалось неправдоподобным, но таким же неправдоподобным поначалу выглядело и плотоядное растение. И ты как ничего не узнаешь, пока не справишься с этим. Крис вздохнул и шагнул в воду. Она и впрямь оказалась ледяной, и кроме того, имела весьма неприятный химический запах. Он подошел к двери, вода добралась до колен и, наконец, остановилась. На середине бедра. Накатывая нежными волнами, дрожь от холода, Редфилд толкнул дверь и вошел внутрь. Большую часть подвала занимал огромный стеклянный резервуар в центре комнаты. Протянувшись от пола до потолка, большой нервной дырой в основании с правой стороны, Крис не мог на глаз определить объем, но по его представлениям, чтобы залить все помещение водой, резервуар должен был вмещать несколько тысяч галлонов. Что, черт возьми, они здесь изучали? Если им понадобилось так много, приливные волны? Это не имело значения. Крис замерз и хотел побыстрее отыскать то, зачем пришел. И вернуться на сушу. Он медленно двинулся влево, борясь с мягко набегающими волнами. Должно быть, со стороны это смотрелось абсолютно нелепо, переходить оборот хорошо освещенную бетонную комнату. Впрочем, это было не более странно, нежели все остальные события, которые он пережил с тех пор, как приземлился вертолет Альфа. Все в поместье Спенсера казалось сном, словно существовало в собственной реальности, далекой от остального мира. Или лучше сказать, ночным кошмаром. Растения-убийцы, гигантские змеи, ходячие мертвецы. Не хватает разве что летающей тарелки. Или, быть может, динозавра. Стоило ему подумать об этом, как он услышал тихий плеск за спиной. Оглянулся через плечо и на расстоянии 6 метров увидел толстый треугольный плавник, возвышавшийся над водой. Скользишься прямо на него или колеблющийся серую тень внизу. Паника охватила его, всеобъемлющая паника, не позволяющая мыслить рационально. Он сделал огромный срывающий набег шаг и понял, что не сможет бежать, потому что в тот же момент упал лицом в холодную химическую воду и поднялся, задыхаясь, выпуская вонючую жидкость из носа и рта, моля Бога, чтобы Ребекка оказалась права насчет того, что вирус утратил свои свойства. Глаза жгло.
Крис резко повернул голову, усматривая плавник, и увидел, что тот наполовину сократил расстояние между ним. Теперь Редфилд мог разглядеть ее. Акулу. Обтекаемое, искривленное тело, легко скользящее сквозь воду. 3 или 4 метра длиной. Широкий хвост, толкающий ее вперед, и черные бездушные глаза над застывшей усмешки зубастой пастью. «Отсыревшие патроны дадут осечку!» Крис отшатнулся назад, понимая, что у него нет шансов опередить акулу. Балансируя руками, он тяжело шлепал по воде, пытаясь свернуть. Он сумел сделать еще несколько шагов, прежде чем акула нагнала его. И яростно, со всей силы хлопая по воде, создавая пенящие волны, отскочил в сторону, вернувшись от животного. Акула проплыла мимо, ее гладкое, мощное тело коснулось его ноги. Как только он наминимал его, Крис ринулся за ней, бешено разгребая воду, чтобы не упасть, и свернул за угол затопленной комнаты. Если он сможет держаться достаточно близко, она не сможет развернуться и добраться до него. И если не считать того, что через пару секунд у акулы будет целая комната для маневров. Впереди слева Редфилд заметил 2 двери, но огромная рыба уже оставила его позади и направилась к ближайшему углу, чтобы развернуться и вернуться за ним. Крис глубоко вдохнул и погрузился в воду, осознавая, что это безумие. Но у него не было много выбора. Парень отчаянными мощными рывками плыл к первой двери, отталкиваясь от бетонного пола. Он достиг двери, когда акула почти повернулась к нему и схватился за ручку, задыхаясь. Заперто. Черт! 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 Крис сунул руку в мокрый жилет, достал ключи безымянного и долго не смог справиться с ними. Плавник подплывал все ближе, и широкая, оскаленная пасть открылась. Он вставил ключ в замок, последний ключ на кольце, не подошедший ни к одной из дверей, и в то же время ударил в дверь плечом. Акула теперь была всего в нескольких метрах от него. Дверь распахнулась, и Крис ввалился внутрь, падая и отчаянно брыкаясь. Его ботинок с силой ударил по мясистой морде акулы, оттолкнув ее от входа. В секунду Редфилд встал на ноги. Он всем весом налег на дверь, и та закрылась всплеском. Он сполз на пол, прислонившись к двери. Глаза щипало, и Крис тер их тыльной стороной ладони. Плеск воды медленно утихал, превращаясь во все более слабую рябь. Крис сумел выровнять дыхание, его взгляд прояснился. На данный момент он был в безопасности. Парень вытащил Беретту, вынул мокрый магазин и задумался. Как ему, черт побери, теперь возвращаться наверх? Оглядев небольшую комнату, он не увидел ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия. У одной стены выстроились кнопки выключателей, и он подошел, чтобы взглянуть на них. Заинтересовавшись мигающей красной лампочкой в дальнем углу. Похоже, я нашел комнату управления. Здорово. Может, мне удастся выключить свет и заставить акулу пойти спать? Рядом с мигающей лампочкой находился рычаг, и Крис посмотрел вниз на почти стертую надпись под ним. Он читал напечатанные буквы, боясь поверить в то, что видел. Экстренная система осушки. Должно быть, это розыгрыш. Почему никто не воспользуется этой штукой в ту же секунду, как разбился резервуар? Ответ пришел, как только он подумал об этом. Люди, работавшие здесь, были учеными. Они ни в коем случае не отказались бы от возможности изучить их драгоценное растение 42, тянущееся в воду из искусственного водоема. Крис схватил рычаг и дернул его. За дверью раздался плавный металлический шум, и сразу же уровень воды начал падать. В течение минуты его остатки утекли под дверь, и со стороны резервуара раздался приглушенный, булькающий звук. Крис вернулся к двери осторожно, открыл ее и услышал неистовый тяжелый удар очень большой рыбы, которая пыталась плыть сквозь воздух. Крис ухмыхнулся, подумав, что он, вероятно, должен испытывать жалость к беспомощному существу, и вместо этого надеясь, что оно умрет долгой мучительной смертью. «Попробуй укуси», – прошипел он. Вески застрелил 4 шаркавших, задыхавшихся сотрудников Амбреллы по пути в машинный зал на 3-м уровне. Он не знал никого из них, но почти не сомневался, что тот, кого он уничтожил 2-м, был Стивом Келлером, парнем из особых следователей. Стив всегда ходил в одних и тех же мокасинах, и бледная и сопшая тварь, нагнавшая его у лестницы, носила марку Стива.
Эффект распространения вируса в лабораториях казался более резким, менее беспорядочным, но не менее тревожным. Существа, бродившие по коридорам, выглядели полностью обезвоженными, высохшие. Волокнистые конечности, похожие на сморщенные виноградные глаза. Вески избежал столкновения с некоторыми из них, но те, от которых пришлось отбиваться, вообще едва ли кровоточили. Капитан сел за компьютер в прохладной стерильной комнате и ждал, пока система загрузится. Впервые за весь день он чувствовал себя хозяином положения. Конечно, и до этого было пару моментов, то, как он справился с Барри. Как нашел в туннелях медаль Волка, даже то, как он расстрелял Элит Смит в лицо, на мгновение заставил его почувствовать, что он контролирует все происходящее. Но слишком многие события шли не так, и у него не было времени наслаждаться своими успехами. «Но теперь я здесь, и если Старс еще не мертвы, то скоро погибнут, и, полагаю, я не стану страдать от их потери. Я уберусь отсюда в течение получаса, выполнив задание». Опасности по-прежнему оставались, но Веске мог с ними совладать. Обезьяны, Ма-2, несомненно, шныряли по комнате управления, но мимо них довольно легко пробраться. Главное бежать без остановки, он знал об этом, ведь он сам помогал в разработке проекта. Еще был большой парень, Тиран. Он ждал уровнем ниже, в своей стеклянной камере, спящий, сладким, лишенным сновидением сном проклятого. От которого он, разумеется, никогда не проснется. Какая утрата! Такая сила была бы упущена из-за ошибки ребят из Уайт. Тихий мелодичный звук сообщил ему, что система готова. Веска вынул из жилета записную книжку и открыл страницу с кодами. Хотя уже знал их, Джон Хоу установил систему несколько месяцев назад и в качестве пароля использовал свое имя и имя своей подружки Ады. Вескер набрал первый из паролей, который позволял ему открыть дверь в лаборатории, внезапно ощутив необъяснимую в этом волнующий день тоску. Скоро все закончится, и не будет ни одного свидетеля его достижений. Никто не сможет развить с ним теплые воспоминания после этого дела. Теперь, когда он подумал об этом, ему стало досадно, что никто из Старс не сможет присоединиться к нему. Лучше великого финала быть не могло. Только великий финал с публикой. Конец 16 главы. Вот такая вот глава, ребятки, как вы слышали, товарищ Вескер проник в лабораторию и, как видите, начал вводить свои пароли в записной книжке, дабы совершить свою, так сказать, жесткую, беспощадную миссию. В общем, ребята, вот такая вот у нас была глава, довольно тоже интересная, много чего раскрыла нам эта глава. Дальше у нас идет глава 17. Ну и, в принципе, я думаю, на сегодня можно остановиться. По идее, у нас осталось глав, сейчас посчитаем. Получается, ну где-то еще глав 5 у нас осталось. Да, где-то еще 5 глав, ребята. Так что еще где-то, наверное, от стрима 2, я думаю, будет. В любом случае, спасибо, что смотрели. Это был Resident Evil Заговор Амбреллы. Книжка от Сайды Перри. Спасибо, кто смотрел. Всем, как говорится, до скорого вечера. Завтра будет стрим. Всем, как говорится, до свидания.